Всем привет! Для того, чтобы приготовить данное блюдо, нужно сначала включить духовку, разогреваться на 180 градусов. Сегодня я приготовлю конвертики с тремя разными начинками. Конвертиками у нас будет выступать вот такой вот хлеб, тостовый хлеб. Все, наверное, его видели, знают. Вот. Еще мне нужно будет 3 сырых яйца, которые я помещу в воду и буду варить. Варите яйца 1,5-2 минуты. Не нужно, чтобы яйца были слишком вкрутую. Еще одно яйцо мне нужно будет вот так вот. Уже подготовлено, просто у меня разбилось, я его сразу сюда налил. Так, поставили яйца варить. Теперь, смотрите, нужно будет зубочистка. Берем тостовый хлеб, вот так вот. Заворачиваю его, прижимаю, вот так вот. И просто зубочисткой прокалываю. Вот это вот так вот получается. Второй. Не бойтесь, прижимайтесь. Если он свежий, ничего страшного не произойдет. Он приколется. Все будет хорошо. И третий кусочек тостового хлеба. Так, здесь он разошелся по каким-то просто непонятным причинам. Так, этот сюда. А вот этот мы еще раз перезаколем, если он разошелся. Так, я вот сюда выкладываю. Потом мне нужно будет взять сосиску. Сосиску тоже нужно будет подогреть. Все. Пока духовка разогревается, это мне не нужно. Вот такая чашка глубокая нужна будет. И у меня есть консерва горбуша. Консерву можете взять любую. Шпроты, там сайра, сардина. Все, что вам нравится. Нужно размять это вилкой. Так, духовка у меня нагрелась. 180 градусов, перевожу ее на, так, с двух сторон, чтобы она грела. Беру конвертики, отправляю их в духовку на 7-10 минут. У всех по-разному духовка греет. 180 градусов на 10 минут. Заодно и сосисочка такая станет. Что такое? А, все работает, да. Отлично, все, это дело работает. Так, яйца пока варятся. Мне нужно будет еще укроп. Укроп. Смотрите, укроп тоже. Кто-то любит много укропа, кто-то вообще не любит. Это я убираю. И, так, мелко нарезаю укроп. И отправляю вот сюда. Мне с укропом нравится. Не знаю, кому как. Все, перемешать. Бульон не выливайте, потому что горбуша сама по себе сухая. А, вот. И не должен завтрак быть сухой. Так, дальше мне понадобится сыр. Ну, отлично. Распаковывается, даже вопросов нет. Нужно будет еще паштет. Яйца сварились. Все, я их сейчас уберу охлаждаться. Налью в них холодной воды.
и подожду, пока они станут теплыми. Так, проверяю. Практически. Ага, готовы. Сосиску можно перевернуть. Сосиску. Вот так вот. Все. Готовится. Готовится. Я разогреваю сковородку. Чуть-чуть подсолнечного масла. Масло разогрелось практически. Вот у меня есть яйцо сырое. Я туда щепотку соли отправляю. Взбиваю. Вот. Выливаю. Пышное быстрое яйцо. Все, сформировал. Вот так вот это дело остается. Яйца. Готовы. Я их почищу по-быстрому. Кусочки хлеба зарумянились и стали такими поджаристыми. Все, я их вытаскиваю, ставлю. Они потихонечку остывают. Вот сейчас мне пригодятся вот эти вот яйца. Вот, смотрите, видите, яйцо не доварилось. Это нормально. Не нормально, это классно. Потому что слишком сухое будет тоже не особо-то вкусно. Отправляем сюда. Это будет такой паштет рыбно-яичный. Все, это нужно перемять. Чтобы не было сухо, вот добавляю отсюда бульон из горбуши. Вилкой все очень хорошо мнется. Не надо пачкать блендер или еще что-то, какую-то технику. Так. Еще одно яйцо не помешает. Все, начинки все готовы. Начинаем заправлять. Убираю, смотрите. Беру сыр. И так вот его в трубочку скручиваю. Если не получается в трубочку скручивать, можно вот так его. Уложить туда вовнутрь. Вот так вот. Сосиски горячие, аккуратней. Так. Вот так вот. Первый готов. Второй. Яичница. Так, кстати, печеночный паштет. Нужно его так вот нанести. Если не нравится печеночный, возьмите другой паштет. И теперь яйцо. Не бойтесь, вот туда его утрамбовывайте. Ну, замечательно туда входит. И с этой стороны. И третий. Оп. Это паштет с яйцами. И вот на завтрак
у вас получается 3 вот таких вот конвертика. И я могу вам утверждать, что эти конвертики очень вкусные. А для вас это будет очень много, на самом деле, 3 таких конвертика съесть. Можно эти конвертики приготовить на двоих. Получается, что вы приготовили, разрезали вот этот конвертик с яичницей. Смотрите. Классно, да? Вот. Например, один вам, один еще кому-то. Конвертик с паштетом. И, соответственно, конверт с сосиской и сыром. И вот в таком варианте можете подавать на стол. Здесь можно поставить какой-нибудь соус, который вам нравится. Чесночный какой-нибудь. Сырно-чесночный. Это будет классно. Давайте сейчас попробуем. И это будет на самом деле вкусно. Вот. Слышите, да? Хлебушек какой. Он подрумянился. Он прям стал вкусным. Слышите? И обязательно нужно вкусный чай. Сладкий такой, темный. Черный, обалденный. Готовьте. Так, сейчас пробую второй. Второй это будет с яичницей и паштетом. Это вообще обалденный. Кстати, яичницу делать 3 секунды. Все быстро. Чик-чик-чик-чик. Замотал. Она получается сочная, пышная. Ну и еще с сочетанием паштета тоже получается очень-очень вкусно. И третий вариант. Вот. А у нас свет отключили, но ничего страшного. И пробую. И третий вариант. Это паштет с яйцом, с горбушей и укропом. Кстати, рыбу вы можете взять рыбу. Тунец. Ну, в самом начале я говорил. Что, давайте уже пробовать. И это тоже вкусно. Самое главное, когда вы это готовите, добавляйте туда водичку, если это горбуша, либо какая-то другая сухая рыба. Консервы. Это не должно быть сухое. Должно быть такое влажное, приятное. Вот. Блин. Очень вкусно получается. Обязательно всегда приготовьте чай. Горячий такой. Ну, а с вами, как всегда, был Серж. До скорых встреч. Пока. И не забывайте готовить с любовью.